Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация. Ведь именно вакцинация обеспечивает защиту от всех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в ее состав. Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путем выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. Эффективность вакцины от гриппа несравнима выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев, например, витамины, гомеопатические средства и средства народной медицины и так далее. Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям, начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска. Это медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта. Вакцинация должна проводиться за 2-3 недели до начала роста заболеваемости. Делать прививку можно только в медицинском учреждении, специально обученным медицинским персоналом. При этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача. Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях и в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку, если он входит в состав вакцины. Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасных вирусов – вирусов гриппа. Но остается еще более 200 видов вирусов, которые менее опасны для человека, но также могут явиться причиной заболеваний ОРВИ. Поэтому в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики. Лучше всего сделать прививку до начала сезона гриппа. Кампании по вакцинации населения против гриппа обычно проходят в сентябре-октябре, до начала сезона циркуляции вируса. Однако получить вакцину никогда не поздно, даже если вирус уже циркулирует. Вакцинация повышает вероятность того, что вы не заболеете, и снижает риск серьезных последствий гриппа.